Вот. С Таней. Дедушку ждем. Ходим. Гуляем. Да, Тань? Ну, как у нас стоит. Вот такой вот. Удобнее всего брать, девчонки, вообще класс. Вот узкий, не знаю, мне кажется, когда по широким, намного удобнее. И разница в цене, я сказала бы, что большая. Поэтому 5000, да? Но этот будет удобнее, что все съемное. Вообще, я им очень довольна, девчонки. И вот у него вот это вот нагревание тоже круто. Мне очень нравится оно. Здесь прям целый стенд для них. У них еще для них покупаются насадки. Я вот все думала, где взять насадки. Значит, у них тоже насадок не вижу. Таня у меня самостоятельно, он ходит. Хозяйка Медной горы. Караул. Привет, привет, мои дорогие. Мы сейчас приехали в магазин. Больше папе надо. А мы тут с Таней ходим. Мама, да. Да. Да, болтай там, что-то покажу сейчас. Таня, Тань, что ты рассказывай? Как твои дела? Активная. Вообще. Тань, идем посмотрим эти насадки. Пойдем. Глянем, у них, может быть, на наш гриль у них есть. Пойдем сюда. Пойдем посмотрим. Вон, смотри, у них весы есть. Какие красивые, да? Видела? Самые простые. А это какие? Тип весов подвесные, что ли? Рядом, да? Такие, да? Какие? Вон тоже. Ну, прелесть. Дочь, да. Девчонки, вот такие вот весы не берите. Просто ужасные. Просто ужасные. Вот, поэтому, если надумаете, только не их. Просто чудо техники в кавычках. Так, Татьяна. Пока тут секунды. Секунды. Уже красотка помчалась. Давай маме ручку, давай. Да. Давай, давай, пойдем. Пойдем посмотрим, что тут у них есть. Пойдем. Что-что? Пойдем поглядим. Пойдем. Здравствуйте. А скажите, у вас насадки на гриль есть на вот этот, который вот стоит? Нет. У вас целый этот? Нет. А, только под заказ, да? Угу. Ясно. Только под заказ, да, дочь? Я думала, что у них есть такой целый стенд, то это тоже какие-то насадки есть, да? Если нет. Тоже у меня вот такой вот миксер был. Мне неудобно было, когда вот это все. Я потом пользовалась только вот этой частью. Не знаю, девчонки, напишите, пользуетесь вы, нет, такой штукой. Таким, как это, кухонный робот он называется. Что, Тань? Ну да. Поэтому, на мой взгляд, все-таки лучше покупать отдельно, но если есть место, где хранить. Если, конечно, место ограничено, то, наверное, лучше будет взять этот кухонный робот, когда все вместе. Да, Тань? Таня тут ходит, смотрит, у меня все глаз да глаз. Да, Тань? Сейчас у нас прививки активно ставили. Одни прививки поставили, потом приехали, поставили 3 прививки сразу. И поставили АКДС. Я так переживала за нее, если честно, за КДС. Ну ничего, тут вот все хорошо прошло. Мы обычно покупали сами АКДС, а сейчас врач сказал, говорит, нет, у нас хороший КДС. Не, говорит, не надо заморачиваться, вы, говорит, поставите у нас хороший КДС. Вот, поставили. Надеюсь, я правильно говорю. Ну, АКДС. Может, я как-то неправильно говорю? Исправьте меня, если я неправильно говорю. У меня мама себе вот такую вот штуку купила. Вот такую. Тоже, говорит, классная вещь, удобная. Аэрогриль. Нет, как-то у нее по-другому назывался аэрогриль. Но похоже, вот так вот выглядит. Это такая вот штука есть. Пойдем? Тань. Таня стоит, выбирает духовку. Опа. Давай назад вешай. А, видишь как? Вздыхаешь. Еще бумажечка. Ну, сейчас. Запор чужое имущество у нас с тобой. Как привлекут, привлекут. Мама. Давай скорей. Сейчас тетя будет ругать тебя. Давай. Давай идем отсюда.
Какая у нас? Мы с тобой делок не наделали. Как она справляется-то? Все так, что ли? Сейчас мы исполним здесь. Сюда положим, пока нас с тобой не били. Тань, пойдем, а? Пойдем посмотрим, где дедушка. Пошли? Да! Пошли. Пойдем. Сейчас решили делать сок из апельсин и мандарин. Такой микс будет. Читаем. Полюбился. Я говорю, купите сок. Я говорю, лучше сделаю сок, чем буду покупать покупной. Пока можно взять. Мы на оптовой базе берем подешевле. Сегодня напекла две большие партии блинов. То, что у меня осталось, потому что делала такую мясную начинку. И завернула блинчики. Так вот, с мясом сейчас буду их в духовку отправлять. Черненький щеночек там? Мама их, да? Гуляют, да? Танечка, ты тоже на Вовась хочешь посмотреть? Таня накрасила губы помадой. Теперь орёт, чтобы ей не смывали. Вон красотка какая. Возмущается. Ну ладно, хоть погоди так. Все равно тебя никто не видит. Кроме полмира. Вон она сейчас за ними поползет. Тань, ты туда не ходи. Тань, не ходи туда, дочь. Таня, не надо оползать. Иди он собачку погладь, иди. Идем по хамера погладим, пойдем? Идем скорее, так вставай. Танечка, пошли вместе хамера погладим. Я тоже хамера хочу погладить. И я. Снег уже начал подтаивать, и сверху уже жесткий. Смотри, какой милый. Лида, ты почему без варежек? Варежки одень. Чё никак? Папа не одела. А ты сама чё, варежку не можешь одеть? Ну-ка, помер. Всё, Таня, я его держу, он на тебя не прыгнет. Всё, не бойся. Идём, я тебя... Лида, иди сюда, я тебе одену варежку. Хоп-хоп-хоп, да. Давай. Нормальный. Никак пальчик нету. Да? Пальчик не засовывается. Ну ладно, что страшно. Маленький. Маленький, да? Да. Что-то у тебя есть здесь, дайте застегну получше. Подними. И мокрые. Да? Ну, правильно, вы же снегу. Жалко то, что нельзя вон там погулять. Много. Да. Выходить. Не надо выходить за двор. Не боишься его, Ватю? Какая собака, да, дочь? Ой, какая большая. Вова, большая. Там Ева, да? Губки вытягивает туточкой. Танечка, пошли на Еву посмотрим. Вон, смотри, она лежит. Пошли. Да? А, понятно. Да у нас раньше Ева, только осень текла. Сейчас осень отекла, а сейчас весна начала течь. Как-то всегда раньше раз в году было. Еще два раза потекла. Ничего, уже старая. Я говорю, уже надо, наверное, вязать, потому что суку надо себе ставить. Сосули уже капать начали. Да? Да, скоро лето, что ли?
пока еще много снега. Пока еще. Пока еще. Блин. Эй, стук, этот снег-то не заканчивается. Пока еще. Я тоже иногда идти кататься. Зачем ты попёгла это? Кататься. Ага, интересно. Сейчас и Таня туда, Диан, пойдет. Ну ладно, сейчас Танюша пойдет на горку. Мама, вот на горку. И пошли, пошли с тобой. Пошли. Нет, не на сугробы, пошли туда. На эту горку. Ну, кто-то идет, кто-то ползет. Баба, мама, ага, не надо там сосули срывать, идите я оттуда. Красавчики. Так, посмотрим. Сейчас Лида. Мама, смотри. А мне мелочь. Я сейчас Лида зарезу, не скатывайся без меня. Такая маленькая. Дома будет смотришь, такая большая. На улице смотришь, малюсика прям. Смотрите, не стукните Таню. Надюшка молодец, помощница, да, помогает. Вот молодец. С Романом проводим время, так сказать. Сейчас он пошел, возьмет, кофе возьмем, попьем и замороженное. Такое у нас будет милое времяпровождение друг с другом. Ну и с детьми, конечно, не получается. Как бы ты ни хотела, все равно не получается какое-то вот время уделять друг другу, но это обязательно надо. Из нашей практики, из того, что у нас получилось, это однозначно надо. Надо выделять время и даже вот просто мило попить кофе вдвоем, поболтать мило под музыку, самое то. И вот наше кофе. Это капучино, да? Ну да, для мороженого. Два мороженого и кофе. У них кофе по 21 рублю получается. Маленький такой. Это если в купонах посмотреть. У нас вот так вот на 100 рублей вышел наш такая посиделочка на двоих.